غزنوي طريق التحقيق путь познания. إنما أولادكم وأموالكم وأولادكم فتنة. چكوني عيش بازن وفرزند بيبر الجملة ديل بدو پايواند. Азат считает, что имущество человека и его родственники могут стать причиной, отвлекает его на пути тариката. И он говорит, до каких пор ты будешь наслаждаться, радоваться женой и детьми, отрежь сердце свое от всего, что в этом мире есть, чтобы оно не отвлекало тебя. И свяжи свое сердце с Богом. Отрежь от всего мирского, от своего имущества, от всего, от родственников. И привяжи свое сердце к Богу. Ченишини мияни каумидун. Чу сари сар зибанди шар бирун. Сколько тебе сидеть с каум, с людьми этого мира? До каких пор тебе сидеть с людьми этого мира, которые говорят только о мирском? До каких пор ты будешь выходить за пределы шариата? Не хочешь признавать шариат и не хочешь его Божьим законом принимать? Аситам карда барту шайтонат мондат дар зулмат сакр джонат. С тобой твой шайтан делает тебе зло, и ты этого не понимаешь. Не то, что тот шайтан, который у человека есть, и другие шайтаны, кроме того шайтана Карина, тоже участвует в этом. Он делает тебе зло, говорит твой шайтан, ты об этом даже не знаешь. Потому что твоя душа находится в мраке, в аду. Душа твоя в твоем теле, находится в мраке, в темноте и подобно тому, как она находится в аду. Този шайтони худ шави имин шарро шахна вилоят кун. Если ты хочешь избавиться, если ты хочешь избавиться от своего шайтана, от шайтанов своих, соблюдай шариат. Сделай его основным руководством своей жизни. Тогда ты будешь в безопасности от шайтана. Гаршиат шиори худсози рузи машар куни сарфарози. Если ты в этом мире, живя в этом мире, делаешь шариат девизом, принципом своей жизни, целью своей жизни, и будешь его руководствоваться в день воскрешения, ты будешь счастливым человеком. У тебя не будет огорчения в тот день, расстройств. Харки баткарт зуд кайфар бурд вонга башар зист онки бешар зист кофар мурд. Тот человек, который сделал зло, получит воздаяние за свое зло. Тот человек, который жил без шариата, без Божьего закона, Божьих законов, не соблюдал их, он считает, он говорит, Азрат, что этот человек умер кафиром. Кто без шариата жил, он умер кафиром. Гарна айхарза гирду дейвона токай ин тарахот афсона. Сколько тебе еще ходить в невежестве? До каких пор тебе себя считать пустыми делами заниматься и сказками. Шер бигзору гирди шар дарой, ки шариат расонат бахудой. Пустое брось, говорит, своей жизни. Вокруг шариата крутись, потому что только шариат тебя может тебя к Богу привести. Бан бар колаби табиатни, пой бар минхож шариатни. Закрывай источники телесных наслаждений, ступай в сторону шариата. Лукмай аз
суфраи тариқатху, маези хумхораи хақиқатху. Принимай пищу со стола, с того места, где тарикат, то есть путь праведных людей, вино, которое дается из трактира, из таверны хакиката, людей, которые достигли хакиката, тот вино, вино Кавсара, которое дает Аллах Субхану ва Тааля мукаррабинам, влюбленным. Я хузур шау гузар бадар бокун, я чу иси сафар баболокун. Или подобно Хизру стань, пророк Хизр, который достиг вечной жизни, выпил напиток, который дал ему вечную жизнь. Или будь как Иисус, алейхиссалам, путешествуй на небеса. Зонсу и чарх, такья и джой талаб, бартараз, аклу рахнамо талаб. За порогом мирского ищи место свое выше разума. Выше разума ищи свой путь. Айхама солапой баста гурур, дар харабот и хирс, масту гурур. О, человек, который столько лет ты привязал себя своим самомнением, гордыней, привязал себя своим желанием, опьяненный своим высокомерием, гордыней. Хирсат афканда боз азрохи ак, инчунин кай раси бадаргой ак. Твои желания завязали тебя к мирскому и отвезли тебя от прямого пути в сторону, по ложному пути ведут твои желания. Таким путем ты никогда не достигнешь к порогу Бога, к Богу не приближишься. Рох дурасту маркабад лангас, бор бисьору арзапурсангас. Дорога длинная, но твой осел хромой, а груз над тобой стоит очень большой. И дорога каменистая, шероховатая, и ты со своим этим хромой, с хромым ослом не сможешь дойти дальше. Поэтому разумный человек, этот мир создает лишнюю тяжесть для человека. Чем больше у человека желаний и планов, чем больше мирское влюбляется человек, тем больше на его душу возлагается. И тело человека, и душа человека будут погружены грузом мирского. Поэтому Азад говорит, что дорога длинная, а твой осел уже хромой. А на себя ты, на него возложил большую тяжесть. Дорога шероховатая, плохая, каменистая, не сможет твоя лошадь. Бор хирсу хасад зидуш бине харчидори бихуру бинушу биде. Эту тяжесть скинь себя, алчности, желаний больших, завладения чего-то большого. Все, что имеешь, кушай, пей и отдай. Освободи от лишнего, ограничись малым. Рохи ту дуршу, дьякин бишнау, ту муджарадшау, мапою бирау. Твоя дорога достоверна, очень длинная. Ты освободись от всего ненужного, все, что тебя отвлекает из этого мира, и тогда тебе легче станет пройти этот путь. Тарки ин асти музавар кун, дил ба нури якин мунавар кун. Покинь это бытие, этот материальный мир, который подобно сказке, она ложная. Этот материальный мир, то, что видит глаза человека, это ложное. Оно приходящее, оно непостоянное. Поэтому покинь эти картины, которые тебе представляются, сердце свое достоверным
нуром, светом освети. Тобидони мусафат рохаш, каму бейшу дорозу кутохаш, тогда ты узнаешь, когда в сердце человека появляется нур, свет, и тогда он говорит, Азрат, ты увидишь чистый путь, ты увидишь пользу и вред, длину или короткость, плохое и хорошее для тебя будет очевидно. Дух адам барсары вуджудне, вон дигар бар дари вуджудне. Перешагни за собственное я, за собственное нав, за собственное эго, и тебя покажет совсем другой мир. Хуту кохил нишастай нишини ай гафил, но писандаст гафлату аз окил. Ты не ленись, не сиди в одном месте несведущим, нежелательно разумному человеку быть в невежестве, в неведении. Хейзу худро бисос тадбири, барджахон зан чахор такбири. Вставай и работай над собой. И скажи миру, я с тобой, дай ему четыре такбира, дай ему, пусть он уйдет от тебя. Я не буду с тобой дружить, я не хочу тебя завоевать, и не надо меня соблазнять. Дармион ой, чувству чун мардон, сифату сурату як гардон. Подобно людям, которые идут по пути тариката, сделай свою внутренность и свою внешность одинаково чистым. Зонки боша чи ори нопос аздарун хабису зиберун пок. Есть у людей девиз недостойных людей. Они изнутри гнилые, грязные, злобные, а с внешности себя чистым выдают. Это девиз людей нечистых, подлых людей, которые изнутри гнилые, злые, а снаружи показывают себя чистыми. То даруну берун найорои, хазрати куцро куджошои, пока ты свою душу не сделаешь таким же красивым, как свою внешность, пока ты не украшаешь свою внутренность подобно своей внешности, тебе со святыми ты не достоин быть на пути святых. Този олудаги нагарди пок, нагзаризи бисоти хати хок. Пока ты смешан еще с мирским, с глиной, пока ты не очистишься от мирского, ты не можешь перейти за пределы, которые глиняный мир, материальный мир есть. Мир святых. Хейштан покун зи чирки у хаво, то нехи пой дармакоми ризо. Очисти себя от грязи и пустых желаний, чтобы ступить на маком, то есть положение, стоянка, ризо, довольство, удовлетворение, это стоянка тариката, то есть стоянка удовлетворения, успокоения, радости возлюбленной. То бакай ту чунин бихо изист, ми надоники, дар казо и ту чист. До каких пор ты так будешь в невежественне жить? Ты ведь не знаешь, что предопределение твое каково? Роз бишнав кидар джахон и джахон, аз аджал каст найофта аз амон. Слушай меня правду, говорит, в этом мире ни один человек не может изменить предопределение, и свою судьбу, свою смерть не может узнать. Никто не может быть в безопасности. Тучигуи абад нахохимон, но мои марг бар нахохихон. Ты хочешь сказать,
что ты будешь вечным, вечным никто не будет здесь. И письмо о твоем кончине, думаешь, что не будешь прочитать, каждый человек прочитает, когда ему принесут письмо о том, что его душу сейчас заберут и разделят от тела. Книга Азата продолжается. Иншаллах, будет время, продолжим. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.